Yeah!
Пока. Thank you.
Шишкин. Thank you.
Да, может быть, совершенно Войны. Диета, 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 ди
Stimați veterani, bălțeni și oaspeți ai municipiului. Meetingul, dedicat celei de-a 73-a aniversări a victoriei asupra fascismului, se declară deschis. Добрый день, уважаемые ветераны, верчане и гости муниципии. Митинг, посвященный 73-й годовщине победы над фашизмом, объявляется открытым. We'll be right back.
cuvânt de deschidere a mitingului are primarul interimar al municipiului Bălți, domnul Ghenadie Șmuschi. Не крутите, рядом с вами есть и другие. Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, дружники тыла, дорогие львчане и гости нашего муниципия, разрешите мне поздравить вас с этим великим и светлым праздником, Днем Победы. 73-я мирная весна – это ваша заслуга, дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны. Сейчас многие пытаются переписать и переделать историю. Но мы обязаны помнить правду о Великой Отечественной войне и воспитывать своих детей и внуков в духе уважения к тем советским солдатам, которые пали на полях сражений. 888 солдат и офицеров, погибших в марте 44 года за освобождение нашего города, похоронены здесь на мемориале воинской славы. Еще десятки неизвестных похоронены на аллее Вупинов по улице Гагарина. Вечная память погибшим. И спасибо ныне живущим за их силу, мужество. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира. Ваш подвиг бессмертен. И пусть правда о Великой Отечественной войне нас всегда объединяет и помогает нам преодолеть любые неприятности. С праздником вас, с Днем Победы! Aducem un omagiu celor care s-au sacrificat în numele păcii pe pământ, în numele viitorului. Amintirea anilor de foc al războiului cu coardele fasciste va fi veșnic vie în conștiința și inimile noastre. Amintirea celor căzuți pe câmpul de luptă, celor ce au contribuit la făurirea victoriei, va fi veșnic vie. День Победы – особый праздник, когда замирает и сжимается сердце от горечи невосполнимых потерь. День Победы – это выстраданное торжество, где переплелись светлая печаль и ликующая радость. Праздник величественный и торжественный. Он всегда будет напоминать о том, какой страшной ценой был завоеван мир на земле. Это день нашей общей памяти. Мы не забудем тех, кто шел навстречу смерти во имя спасения Родины. Тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал победу. Мы гордимся подвигом солдат Победы. Имена героев павших в боях золотыми буквами увековечены на плитах памятников и обелисков. Слава поколению победителей! Объявляется минута молчания. La acest eveniment reprezentativ, cuvânt are preasfinția sa Marcher, episcop de Bălți și Părești. Hristos a înviat! Hristos voscrese! Hristos a înviat! Дорогие участники Великой Отечественной войны, дорогие участники сегодняшнего шествия, я хочу сердечно вас приветствовать и поздравить с великим днем, Днем Победы. Празднование Дня Победы – это не что иное, как связь между поколениями. Неразрывная связь между поколениями обеспечивает бессмертие народной памяти.
Но когда же все-таки появляются некоторые провалы в памяти народной, то возникает большая опасность фальсификации истории. Появляется масса доморощенных, так называемых, историков, которые способны только сместить акценты и выдумывать новые страницы якобы истории, невзирая на достоверные факты. Мы с вами уже являемся свидетелями таких попыток. И подобные смельчаки появляются не на пустом месте. Их появление – это в первую очередь результат нашего равнодушия. Говорю я это с болью в сердце, потому что мне, как и вам, как и многим из здесь присутствующих, дорога память о бессмертных военных подвигах наших ветеранов. Мне дорога память, и потому не имеем права предать забвению беззаветный героический труд великого советского многонационального народа о возрождении из руин великого государства Советского Союза. Вы, дорогие ветераны, являетесь создателями и хранителями той исторической памяти, цена которой десятки миллионов жизней. Мы, ваши внуки и правнуки, имеем священную обязанность не допускать фальсификации того, что вы ковали, того, что вы творили. Мы не имеем права, дать кому-то возможность сфальсифицировать историю. В противном случае мы рискуем израсходовать неоправданно не только героическую военную победу, но и победу духа наших дедов, который играл безусловно главную роль в приближении великого дня 9 мая 1945 года. Вам, дорогие ветераны, и как вашим внукам и правнукам, соответственно и нам, противостоял тогда враг во много раз сильнее нас. Он побеждал всех, с кем имел военные прикосновения. Он одолел всю Европу и большую часть Африки. Но ваш героизм, ваш дух был ему не по зубам. Бог невидимо хранил нашу страну историческую и невидимо помогал вам. День начала войны 22 июня 1941 года совпал с днем памяти всех святых, просиявших в Русской Православной Церкви. Не знал этого наш враг. Тем не менее, наш исторический народ, советский великий народ, оплатил за победу многомиллионными жизнями. И это за то, за отхождение, за отступничество от веры, за отхождение от христианских нравственных устоев, ошибки которых, к сожалению, повторяются сегодня нашим молдавским парламентом. Сохрани нас, Бог, одержать нам такие победы, потому что они очень дорого стоят. Важно, чтобы это осознали великие мира сего. Важно, чтобы осознали все, что причины войны, любой войны, лежат в нравственную, в моральную плоскость. Проще выражаясь, причина войны – это грех, отдаление человека от правды Божьей. Подобного рода человеческие заблуждения дорогого стоит. Пример является Великая Отечественная война. Сейчас мир стоит на пороге великих потрясений, потому что никогда, никогда в истории не наблюдалось подобных по дерзости противостояний тварного человека против своего Творца Бога. Люди, опомнитесь и не делайте этого. Политики, осознайте это и остановитесь в своих личных амбициях.
Сегодня важно очень, чтобы в сознании молодого поколения отображалась историческая память, подогретая патриотическими чувствами. Любовь к родине, любовь к церкви, любовь к народу, любовь, в конце концов, к языку, который собирает нас воедино, любовь и преданность к Церкви Христовой. Я хочу искренне поблагодарить наших ветеранов, ветеранов фронта, ветеранов тыла, ветеранов труда. Вы ковали победу, и мы вам за это благодарны. Я также хочу попросить вас, дорогие ветераны, не покидать вашу вахту, а свидетельствовать о той победе и доносить ее до сознания молодого поколения, чтобы никакие соблазны века сего, никакие ложные исторические противостояния и превратности, никакие новоиспеченные по команде лжефакты не помрачили чистое сознание молодого поколения. Я наполняюсь гордостью. Сегодня утром, когда ехал по направлению к церкви, вдоль дороги везде виднелись молодые люди, ученики разных школ с цветами. Видно было, что наступил великий день, День Победы. Я наполняюсь гордостью, когда вижу на авто, на автомобилях написано или в других местах надпись «Вечная». Спасибо деду за победу. Есть еще порох в раковнице, есть еще трезвость в нашей молодежи. И в этом, в первую очередь, ваша заслуга, дорогие ветераны. Живите долго, живите счастливо. Христос воскресе! Слово предоставляется председателю Совета ветеранов войны и труда муниципии Белс Горд Александру Ивановичу. Дорогие ветераны, жители города, гости муниципия, поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы, Дио Виктории. Министерство обороны Российской Федерации признало факт, что в Великой Отечественной войне погибло 41 миллион 979 тысяч любой национальности, более 19 миллионов военнослужащих, около 23 миллиона гражданского населения. Дорогие ветераны, войну вы прошли боями нечеловеческие условия. Это от Сталинграда до Берлина 2778 километров, которые вы половина прошли с боями в пешем порядке. С марта по ноябрь 1944 года из Молдовы в ряды Красной Армии было призвано 240 тысяч мужчин. 45 тысяч из них погибло в боях. В тюрьмах и лагерях погибло 120 тысяч человек. При освобождении Молдовы отдали свою жизнь 70 тысяч бойцов другой национальности. 170 стали героями Советского Союза и 6 человек погиб, полный кавалеры ордена славы. Звание Героя Союза удостоили 26 выходцев из Молдовы и 3 полных кавалеры ордена славы. В настоящее время в муниципе Белс осталось великая честь своей ветераны 29 человек. Вот они перед нами. Трудовой фронт осталось 19. Узники и блокадники 19. Вечная память павших в боях оживших ветеранам. Здоровья, благополучия. С победой вас, дорогие мои! Rămânem îndatorați pentru totdeauna în fața celor care ne-au adus pacea pe pământ. Rămânem îndatorați și recunoscători veteranilor pentru dăruirea de sine, pentru vitejia și curajul de care au dat dovadă în războiul cu fascismul. Suntem îndatorați pentru pacea pe pământ.
мы преклоняемся перед мужеством и героизмом тех, кто завоевал победу. Мы преклоняемся перед ветеранами-фронтовиками и тружениками тыла, перед всеми, кто вынес тяготы военного лихолетия, перед всеми, кто отстоял свободу, кто подарил мир народам и странам, жизнь будущим поколениям. Низкий поклон победителям за спасенный мир и чистое небо. Выступают Сергей Люлька, ученик теоретического лицея Михаил Невского, и Анна Мамей, ученица теоретического лицея Штефан Челмарев. А хвост разбой, в якого Луища кума есть вил. Memoria se păstrează nu doar în pagini de istorie, dar și în inimile noastre. Chiar dacă anii trec, amintirea rămâne pentru că a fost tragic, a fost infernal. Pentru că zâmbetul nostru de astăzi derivă din patriotismul și curajul dumneavoastră, și pentru că ați luptat când ați fi vrut să învățați sau să iubiți, vă mulțumim. Pentru că ați știut să vă păstrați speranța și să aduceți victoria, vă mulțumim. Pentru că ați ridicat o lume nouă din ruinile războiului, vă mulțumim. Pentru toate acestea, constatăm sincer și cu profund respect că vă suntem recunoscători. Demnitatea, patriotismul și curajul dumneavoastră constituie pentru noi un exemplu demn. Tuturor celor care nu s-au mai întors la vatră, dar și celor care au trăit calvarul războiului, aprindem în suflete candela recunoștinței și a neuitării. Nu uitați, nu uitați să turnați în ulei, în candela memoriei și a iubirii, pentru tihnă și pace în casele noastre. Să fie pace, pace, pace pe pământ! С чего начинается танец? С берез? С речного песочка? С дождя на дороге? А если с убийства? А если со слез? А если с воздушной тревоги? А если с вершащей пилы в облаках? Со взрослых пылей распростертых? А если с недетского знания? Как живой становится мертвым? И в 5, и в 15, и 25 лет войной начинается память. Знаете, говорят, что когда Бог хочет наказать человека, Он отнимает у него память. Это страшно. Страшно, когда человек не помнит своего прошлого. Страшно звучат слова из глубины веков. Великая Отечественная война. 1941-1945 годов. Середины прошлого века. Стоит ли об этом вспоминать? Стоит, ибо древнее изречение гласит: если не забывать войну, появится много ненависти. Если войну забывают, начинается новое. Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали боя сирены, извещающих о военной тревоге. Не видели разрушенных фашистскими бомбами домов. Не знаю, что такое нетопленное жилище и скудный военный боев. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь прервать так же просто, как утренний сон. С 9 мая 1945 года прошло много времени, но 1418 дней и ночей хорошо помнят ветераны, люди, подарившие нам жизнь и свободу. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто свято и до конца выполнил свой долг, перед ветеранами, не дожившими до этого дня.
Да, позади остался страшный час. Мы о войне узнали лишь из книжек. Спасибо вам, мы очень любим вас. Поклон вам от девчонок и мальчишек. Istoria celui mai ucigător război modern cu fascismul a înregistrat peste 60 milioane de victime, inclusiv militari și civili. Lupte crâncene, oameni rămași fără destine, mutilați și schilodiți, lacrimi și durere, lagări ale morții, secvențe triste, ale acestui război dezastruos. Тем, кто шел в бой за Родину, тем, кто согревал дыханием стужу блокадных ночей, тем, кто летал вместе с дымом из бухенвальдских печей, тем, кто на лещих переправах шел, словно камень ко дну, тем, кто на века безымянные канул в фашистском плену, тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов, тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов, всем, кто ушел в бессмертие, и тем, кто победил, посвящается. Yeah.
Днем Победы! În numele Victoriei din 9 mai 1945, în numele vieții, în numele viitorului, să păstrăm și să ocrotim pacea, să prețuim timpul, anii, clipele trăite în pace și liniște. Numai sub un cer serin ne vom împlini visele, vom trăi în armonie și înțelegere. Слово предоставляется поэтессе Беловой. Уважаемые бельчане, дорогие ветераны, я принадлежу к поколению «Дети войны». Мой отец, гвардии старший лейтенант, летчик-разведчик, погиб в 43-м году на Курской дуге. В извещении, которое я храню до сих пор, есть такие слова – за мужество и отвагу, за героизм, проявленный в бою, он награжден орденом «Красная звезда». Всем погибшим отцам и дедам, стихотворением «Солдат». Поплачьте, люди, пожалейте, лежат в могилах неизвестные солдаты, а с ними рядом той аллеи, и маршалы, и молодые лейтенанты. Что завещали нам погибшие солдаты в расцвете сил, расставших жизнью? Стоят на пьедестале с автоматом, напоминая нам о происках фашизма. А завещали нам непрожитые годы, свою любовь, убитую войной, свою единственную с фронта фото, где он еще здоровый и живой. Поклонимся гранитному солдату, что девочку прижал к своей груди. Не удалось ему иметь свою семью и хату, но с дочкой на груди и в бок соединил. Не плачьте, люди, помолчите, пусть сосны над могилой шумят, а вы и сердцем, и душой поймите, с какой теплотой погибших имена звучат. Они жалеют всех живых, и маршал, и фрейтор, и комбат, а в центре среди героев боевых так гордо возвышается спаситель наш, солдат. Победа 9 мая 1945 года – это ликование и скорбь, это память и торжество, мир и счастье, это праздник со слезами на глазах. Это день, как Мадрид, это день Победы.
празднованный 73-й годовщине победы над фашизмом, объявляется закрытым. Cu florile memoriei, florile recunoștinței pentru cei ce au salvat lumea de urgia fascistă, să încununăm acest eveniment plin de semnificație. Ziua victoriei! И воспоминания об этом тяжелом времени всегда будут жить в памяти еще многих людей, многих поколений, вызывая почтение, слезы и благодарность за жизнь, за мирное небо над головой. Мир и счастье уязвятся в года, а войне скажем нет и навсегда. Иди сюда! Каждый дыхание.
Thank you.
мог бы дожить, но не дожил до сегодняшнего мая. Задумайтесь о тех, кто будет встречать май без нас, после нас. Это для них. Мы должны сохранить праздник весны и победы, весны и мира. Это для них мы должны сохранить нашу землю, нашу родину. И это теплый майский ветер. Слушайтесь, это говорит с вами ветер победы, ветер мира. Севастре, мемория героям Казуцемульте. Сануитен, история Калбаруна вас чистит. С манифестом Драгосте, Гриша, Чатинсе, ветеранилор Дерезвой, Каре Ремнати, un exemplu timp de urmat pentru generațiile de azi și de mâine. Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. Только не забыть бы это, лишь бы не забыть этот память. Верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придет война. Este pedeapsa omenirii. Noi, contemporanii, nu vrem război, ci suntem conștienți de faptul că trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura din plin viața cu liniște și